Привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим с вами, как откалибровать часы японского бренда Casio, модель AQS810W. Бывают такие случаи, когда стрелочное время не синхронизируется с электронным временем по тем или иным причинам. В этих случаях необходимо выполнить принудительную ручную калибровку стрелочного времени. Для этого в текущем режиме зажимаем и удерживаем некоторое время левую верхнюю кнопку, кнопку Adjust. Вот я нажал и держу некоторое время. Появился вот такая надпись и аж сет. Вот, отпускаем палец, и в этот момент стрелки должны перейти в строго вертикальное положение. Если у вас нет синхронизации, то скорее всего они не перейдут в вертикальное положение. Поэтому вам необходимо в ручном режиме подогнать их в вертикальное положение, нажимая на кнопки с правой стороны. Вот я нажимаю на правую нижнюю кнопку, и минутная стрелка начала свое дискретное движение по часовой стрелке. Если я зажму правую нижнюю кнопку, то будет автоматически быстро передвигаться. Еще раз нажму — остановится. Точно так же нажимаете на правую верхнюю кнопку, и минутная стрелка начала обратно свое движение. Собственно, вам необходимо часовую минутную стрелку выставить в строго вертикальное положение. Тем самым вы произведете корректировку стрелок в этих часах. Сейчас я выставляю так, как должно быть правильно. Вот, и после того, как они будут установлены вертикально вверх, нажимаете левую верхнюю кнопку один раз. Все, в этом случае ваша синхронизация будет выполнена верно. Таким образом, вы сможете правильно откалибровать эти часы. Всем спасибо за внимание. Ну и, конечно же, напомню, что после того, как выполнится калибровка, стрелки должны выставить то время, которое будет отображаться в вашем маленьком электронном дисплее.